Мубарек Джума куны хайрлы олсын. Бүгін Хырым Ижғалны 771 куны Сонки Одесева қаларынен заман тақымын танышыты. Милли Меджилисның иши бойынша махкеме 15 апрельге қадар тені фусилян етті. Хырымның Ижғалджи юхары махкемесі 30 дақаға кечке қалды, ләкен топлашуф тек 10 дақа девам етті. Махкемеджінің білдіргене көре махкеменің кеч башлануы Госкомнац темсилджісінің келмесінен бағлы. Махкемеге Наталья Поклонская да келмеді. Прокуратура Меджилис рейсі Рифат Чубаровны экстремистик чағыруларыны таздықлай кағытларыны тағдым етті, бөлі әрекет Санки Русия бірдемлігіні боза. Меджлис темсилджілері бұл материалларына өгренмек үчін вақыт сорадылар, махкеме мұрадиятыны қабул етті. Бүгін Киевде Русия арбилерінің махкемесі девам етеджек. Яхаланғаларының қорчалыджылары еминлер. Теракта қабатланған разведка жылар Ерофееве Александровның ішлері тоқтатыладжақ. Махкеме Русия махкеме тиби экспертінің нетеджесіні қабул етті. Русиялерінің яхаланған увы девамында Украин арбисі әляк олды. Украин махкеме экспертизасының нетеджесіне көре Украин арбисіне қаршы қолданылған селяның құршыны русиялі разведка ларда белгіленген селяны калибрнен келішмей. Адвокатлардың исрарларына көре Ерофеев ве Александров Украина незаретінде олмаған территорияда бұлынғанлар. Хатырлатамыз, капитан Ерофеев ве сержант Александров майысының 16-сында АТО зонасында қабатландылар. Сорғыдан сонра Ерофеев диверсион разведка тақымына елбашчылық япқанына білдірді. Он специалист в области медицины, и он четко дает ответы на те вопросы, на которые, к сожалению, эксперт Харьковского областного бюро не смогла дать четкие ответы. Как нам кажется, мы страна защиты. Повреждения пулевые в костях скелета человека имеют четкие границы. Эти границы обусловлены, как правило, в большинстве случаев, калибром снаряда поражающего. То есть, иншими словами... 5.45, иншими словами. Это вам карты. Поможет? Это поможет нам в следующем. Дело в том, что одно из обвинений является совершение террористического акта, в результате которого погиб человек. Русия гумрюх қызметі Қырым ярымадасына Украин АК ве СН номерларынен машиналарыны көрсетмей. Украина дәвлет сыныр қызметі білдіргене көре әнді 35 вақия қайт етілді. Рахам тахменен белгіленді. Украин сыныржылары Русия сыныржыларынен қонушмайлы. Оқу хорыжылар қырымлыларға Русия гумрюх темсилджілерінден язы шекілді рет етуіна алмаға тевсие етелер. Бөлі қарар біраздан сонра махкемеде бақалажақ. Что касается тех, кто, возвращаясь, сообщает о причинах своего возврата, то таких случаев мы зафиксировали на данный момент около 3,5 десятков. Продолжаем отслеживать ситуацию. Мы в момент, конечно же, информируем все украинские правоохранительные органы для того, чтобы они в пределах своей компетенции учитывали эту информацию и отрабатывали какие-то, возможно, тоже механизмы противодействия. И поэтому понять хотя бы с точки зрения их логики, почему они не пускают машины. На словах они могут говорить все, что угодно. Когда они вам пишут письменный отказ, они должны аргументировать хотя бы своим российским законодательством. Если ну, хотя бы обратиться к правозащитникам, мы оказываем такие юридические консультации, понять, если этот документ, который они выдадут, нарушает российское право, то можно в Крыму попытаться все-таки через суд или как-то эту проблему решить. Ахмеджиттеки хаста балачықлар, ярдымны авталарнен беклейлер. Мұтыхасысқа язылмақ үчін айларға сүре біле. Эн саде мұтыхасыслар етішмей бұлар педиатр, ортопед, лаборант, ВМ шырелер. Юрек хасталықлардан азап чекен балалар узин етіджілеріні айларнен беклей білейлер. Қырым поликлиникаларында талонларға олған невбет даваларға кетре. Врачи не знают. Я когда хотела на июль, вы говорили, не даете на июль. Теперь уже на июль. Да, ну, вот она меняется каждый день. Да, уже в любой день. Мы даже принесли и все. Ну, а как тогда записаться? Звоните по телефону, вы выключаете его. Ну, нереально просто записаться.
Крымда бұйык санат мектебі қапатыла біле ұқыф юртының бинасы ең. 20 ел девамында 500-ден зияды бала ұмым тәсіл мектебінің бинасында ұқылер. Санат мектебі оларда бинаны кералай. Ижғалден сонра яны қанунларға көре одалар стандартларға уймады ве бөле ал пара жазаларына кетіре біле. Шымды мектеп еріне мектеп янында түгереклеріні тешкіл етмеге істейлер. Яш чалғыджи, ерджи актер вересамлар ұқыш сонында сертификатны әлде етелер. Оның ярдымы іле балалар ұқышны санат ұқыф юртларда девам әте білелер. Ләкін төгереклерді бөйле сертификатлар берілмі. Бұндан да ғайры оджалар да зарар көрежек. Санатның юксек севелі 100-ге яқын оджалар ішсіз қала білелер. На примере моего ребенка мы хотим вот идти дальше в художественное училище. То есть если остается диплом, которым в данном варианте, который он представляется, мы имеем право поступать в училище. Если это будет кружок, мы уже не сможем поступить. Для того, чтобы воспитать преподавателя школы искусств, нужно, чтобы он сам закончил музыкальную школу 7 лет, потом отучился 4 года в музыкальном училище, 5 лет в консерватории. Педагог дополнительного образования, который может преподавать в кружке, он может не иметь ни среднего, ни высшего образования. ЮНЕСКО-да туристлерге Херсонасны зиярет етмеге тевсие етмейлер. О, ән хафлы объектлер сырасына көрсетілген. Дүнияда оларының сайысы 66 объектіні тешкіл еті. The Telegraph нешриятының білдіргеніне көре ЮНЕСКО-ға кірген 20 медени объектлер зиярет үчін хафлы сайлалар. Бөлі объектлерінің эксерияті Сурия, Ирак, Ливия, Ве, Тунисте ерлештірілі. Хатырлатамыз ЮНЕСКО Херсонес-Таврическенің Русия объекті оларақ қабул етмі. Хадиме Херсонес-Таврический шері ЮНЕСКО-ның асабалығына 2013 сенесінде кірсетілді. Язычи, эдебиат бойынша Нобель лауреаты Светлана Алексеевич Крым ижгалины сияси айдутлық оларақ адландырды. О лекция иле Киевде Чернобыльская молитва китабының тағдынамесінде чығышта болынды. Язычи шуны қатырлатты ки мүкафаттан сонра матбаат конференциясында Алексеевичке Крым меселесі бойынша суал берілді. Нобель лауреаты Крым ижгалине қаршылығыны білдірді. Кремльде есе оның изатыны беген меділер. Я считаю, что это оккупация, аннексия, что это, конечно, политический разбой. Ну, в общем, результатом это стало то, что я не получила телеграмму Медведева, которая была готова. Конечно, сейчас отношения Украины и России, ну, иначе как состоянием войны не назовешь, и войны, которая, наверное, не так скоро кончится. Я думаю, что, конечно, это время исторических обид, и боюсь, оно будет очень долгое, и такое не забывается очень долго. Наверняка это будет столетиями сживаться все. Бұл ұқтада программаны екінлейміз, сізге қайырлы күнлер тілейміз, Аллах бұтын ибадетлеріңізіні қабул етсін. Көрішмек үзіре.